флаксами. Ну, то есть здесь ничего нету. Болтается, да? Мы что, жгут что? Наложили, держим. Да, ну тут жгут можно, кстати, закрыть. Официально, если ничего нету. То есть там жгут ни на что не влияет, остановил кровотечение. Значит, что можно сделать, смотрите. Или сначала взять вот таким образом несколько слоев, положить этот бинт, ну, поперек этой культяпки. Ну, то есть мы ее закрыли, да? А дальше мы что? Циркулярными турами постепенно. Я возвращаю и закрываю оставшуюся часть конечности. Ну, чтобы тут не наматывать. У меня одна вот здесь закрыта, а остальные просто закрутил. Ну, там культяпка не должна так двигаться, да?